принимают участие 80 компаний из 23 регионов России. Гостинично-ресторанный «Олимп» рассчитан на специалистов отрасли и бизнеса. Здесь представлено торгово-технологическое, кухонное и холодильное оборудование, мебель, аксессуары для отелей и ресторанов, интерьерный текстиль. Здесь наш потенциальный заказчик, здесь у нас много партнеров, с которыми мы работаем. И хотим поддержать свой имидж, показать новые разработки, новые какие-то предложения, которые сейчас в этой области есть. Ну а выставка «Экспофуд» представляет молочную и сырную продукцию, мясные и колбасные изделия, рыбу и морепродукты, продукты для модного сейчас здорового питания. Впервые пройдет фестиваль вина и сыра. В его рамках запланированы мастер-классы по приготовлению итальянского сыра и, конечно, дегустация. Большая деловая программа, круглые столы, семинары, лекции. Выставки продлятся до 13 октября в павильоне у Нового Морпорта. Вход свободный. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.